Несколько часов назад россиян потрясла страшная новость, не стало знаменитого модельера Валентина Юдашкина. Вас приветствует Stars Exclusive, и сегодня мы расскажем вам, как тяжелобольной кутюрье провел свои последние дни. О смерти Валентина Юдашкина прессе сообщила его верная супруга Марина. В последние годы кутюрье боролся с тяжелейшим онкологическим заболеванием, но такой трагической новости не ожидал никто. В последнее время Валентин Абрамович пребывал в ремиссии, выглядел довольно бодрым и счастливым. Месяц назад Юдашкины отдыхали в Израиле, много гуляли, общались со звездными друзьями и делились счастливыми кадрами в социальных сетях. Теперь же стало известно, что два дня назад модельер резко почувствовал себя плохо. Доктора делали все возможное, но существенно облегчить страдания пациента и спасти его не смогли. Марина Юдашкина пыталась отправить супруга на лечение за границу, однако ни одна из известных клиник не взялась за столь сложный случай. В последние годы Юдашкин лечился в Московском онкоцентре имени Блохина и был очень благодарен российским докторам. Кутюрье регулярно принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, чтобы затормозить распространение метастаз. Напомним, что впервые о раке правой почки Валентин Юдашкин узнал 7 лет назад. Он наблюдался в заграничной клинике, но доктора каким-то образом проглядели, что за год терапии метастазы распространились еще и в области головы, списав все на возраст звездного пациента. Тогда Кутюрье принял решение обратиться за помощью к российским медикам. Родные Юдашкина пока не прокомментировали печальную новость. В социальных сетях активно высказываются коллеги модельера и звезды, которых он много лет роскошно одевал и считал друзьями. Он был у меня на юбилее. Он очень мужественный человек, потому что он не сегодня заболел. Долгое время держался, и его мужеству можно сделать поклон, потому что он серьезно был болен и выдержал долгое время. Жалко, что ушел из жизни. Талантливый, достойный и очень добрый человек, высказался юморист Владимир Винокур. Отметим, что три дня назад скончался и другой известный кутюрье Вячеслав Зайцев. В последние годы он тяжело болел и был окружен сомнительными личностями, которые буквально оккупировали его дом и снимали с ним ролики для социальных сетей. Мир потерял великого модельера, художника и творца. Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам. Был очень открытым и большим профессионалом своего дела, сожалел о смерти коллеги всего пару дней назад Юдашкин.